Всем привет! 9 ноября, время уже ближе к обеду. Выехал сегодня не на охоту, хотя место там, где я обычно охочусь. Сегодня будет типа рыбалка. Рыбалка руками. Еще 4 ноября, когда я сюда выходил охотиться в понедельник, я обнаружил, когда шел по воде, карасей. Водоем этот мелеет, мелеет очень хорошо, воды мало, грязь. И вот рыба намыла такие ямки небольшие, и там скопилась. Рыба, скорее всего, здесь погибнет, поэтому ее надо доставать срочно. Потому что на следующей неделе вроде уже морозы обещают, ну, через неделю. Ну, вроде пока небольшие, но там, фиг его знает, минус 5 уже может замерзнуть, если ветра не будет. Вот так пробрался я на мотоцикле сюда. Мотоцикл хорошо в такие проходы заезжает в рогозе. Оставляю его здесь. Здесь обычно народу не бывает. Взял я сегодня еще подсачку такой складной. Удобно помещается. Здесь два мешка под рыбу. Побольше надо рыбу набрать. И, конечно же, самый главный атрибут — это костюм болотный, забродный, чтобы по болоту ходить. Ну и, в принципе, все. Сегодня налегке, можно сказать. Я уже выходил, смотрел. Уточка сидит, ну, черок, как обычно здесь. И кряква пролетала там над этими, опять над камышами ходила. Вот они сидят, родимые. Ну, много сидит. Ну, все, черок. Очень мелко. А вон еще сидит. Ох, а здесь еще больше с этой стороны сидело. Вон они поднялись. Стая какая. Они с этой стороны все сидели, оказывается. Там ерунда. Вот они все. Черок. Оп, и сели. Опять вот в углу сидели. Короче, ладно, будем рыбу сейчас доставать. Сначала надо определить места, где она скопилась. Одну точку я знаю примерно, но она 100% здесь не одна, поэтому надо сейчас будет сверху посмотреть, что здесь и как. Вот ямка, где я был в понедельник. И вот здесь, по-моему, эта рыба стоит. Плохо видать. Да, вот он. Это карась. Вот он скопился. Плохо видно, конечно. Первый раз иду здесь налегке, без чучал, без ружья, без патронов и всего такого тяжелого. Иду на первую точку, где в прошлый раз как раз и видел карася, а там он основной стоит. Ну, потом попробую еще в одну ямку сходить, но там такое ощущение, что ничего нету. Чайки много, цапля садится, и вот они ее, эту рыбу долбят. Птиц тоже надо кушать. Но вот в той ямке, скорее всего, рыба погибнет, замерзнет. Надо доставать. Да, вот сейчас ветер усиливается, кстати. С утра был штиль. Ну, не штиль, такой слабый ветерок. Вот сегодня к вечеру он усиливается. Завтра, послезавтра. В общем, еще два дня. По-моему, во вторник
опять штиль будет. Хорошая погода будет для рыбалки. А вот ветер бы поохотиться, конечно. Ну, я бы сказал, вода еще упала. Вот, кстати, хорошо видно. Я подошел, немножко подхожу. Вон горбы. Если видно, вот она рыба. Вот как раз эта ямка. И рыбка здесь как раз стоит. Вон они. Попробую, наверное, сначала под саком доставать. Хотя он не особо такой большой. На мотоцикле только такой можно увести. Ну-ка посмотрим. Глина одна. В общем, под саком бесполезно. Грязь одна собирается. Руками попробую. Опа. Опа, опа. Есть первый. Руками оказалось проще. Я думал, сейчас под саком сразу раз, раз. А рыба разбегается все равно. Вон они бегают. Ушли как далеко. А вот здесь тоже ямка. Опа. Вот под саком удалось поймать карасика. Что ж ты? Как лучше хочешь, а они убегают. Опа. О, два. Такой хороший карась. В общем, надо просто ходить и за собой волочить под сак. Тогда есть результат. О, какой. Вот это карасище. Тоже вот видно, побитый. Клевал его кто-то. Еще один здесь стоит. Ну, это поменьше. И тоже вся рыба раненая. Сколько грязи здесь. Попался. Тоже кусался. Вот он, вот он. О, какой. Пробита жаберная крышка у него. Короче, карася навалом. Крупный вот здесь стоял. Опа! Сразу два. Руками проще. Еще одного поймать бы. Я стал подвал ловить. Профессионализм растет в ловле карасей руками. И теперь только по два.
Первый. Второй. Вон там куча. Вон там миляк. Я все-таки думал, что вот водички бы поменьше было, было бы намного проще. Она бы вся в одной ямке стояла, уходить не смогла бы. И там бы прям сразу, раз-раз. Есть! Вау, какой он. Какой он ободранный весь. Ну, карась он живучий, ему пофигу. Вот, кстати, интересно. Еще один. Никакой рыбы больше нету. Здесь должна быть и щука, и все, и ельмень такой хороший. Раньше щуки было много. Она вся сдохла, рыба. А карась вот он выжил. И мог еще сазан выжить, я думаю. А так навряд ли, потому что вот жара была, воздуха не было здесь. Он же еще в сентябре здесь мелко было. Уже начал пересыхать. А в сентябре у нас жара под 40, наверное, бывает. 38 уж точно. Мало кислорода, а вот карасю нормально. Это такая рыба. Оп-оп-оп. О, хороший карасек. Здесь вот я сейчас стою, где ловлю. Намутил хорошо. Вот она, рыба здесь еще стоит, как бы. Можно прижать, там все не ориентируется особо. Вот, кстати. Кстати, вот. Вот они. Мотыль. Вот такой мотыль. И черок его хорошо очень ест. Почему здесь черка много? Я заметил, зобы у них вот этим забиты. Мотылем. Вот я его сейчас поднял. Ох, сколько его много. Вот он. Мотыля много. Вот они ковыряются. Блин. На этой камере не видно, но все в мотыле. Вот он, вот такие вот. Личинки комара. Опа, опа. О, хороший. Здесь нарвался прям, опа. Еще один, поменьше. Оп, 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 оп. Мелкий. О, о. Тут давай, давай, давай. Прям из руки. Влетает. О, какая рыбалка у меня сегодня отличная. Раз, руку опустил. Оп, карась. Вон он стоит, хороший карасик. Ну, вот так сложно их ловить. В светлой воде. Ушел. Зараза. О, вижу. Дубль два. Вот в мутной воде попроще сейчас будет, может быть. Есть! Не ушел. Смотрите, кого поймал. Линь. Давно я их не видел. Рука. Нет. Вон он. Блин, ушел. Скользкий. Линёк стоит. Товарищ, я тебя хочу вытащить. Сейчас мы тебя потихонечку возьмем. Что ж такое? Вот он стоит. Блин, надо аккуратненько взять его. Не уйдешь. Не уйдешь тебе. Он очень скользкий. Ладно, сейчас сразу в мешок его. Хотел хорошенько показать. Его опять поймал два раза. На удочку не ловил, на лет 15, если не больше. Вот как-то их выбил этот серебряный карась. Золотого раньше здесь карася много было. Есть. Иду дальше. В другую ямку. Здесь вот карасик стоит. Не больно. Вот их много здесь. Вот один прям хороший стоит. Вот здесь вот.
Зажал я его. Блин, хороший карась. О, какой. Красавчик. Вот еще один хороший стоит. Да что ж ты. Да. Я уже замучился. Если честно. Два карася идут. На меня прям встали. О, сазан. Это сазанчики маленькие. Вот они быстрые. Вот это у него скорость. Плавники красные заметил. Вот он стоит. Пошел. Сейчас в ту ямку, наверное, запрядет. Сазанчики, я же говорю, тоже есть. Но мелкие. Вот в грязи попробовать его можно достать. Ах ты. Ух. Вот он, вот он, вот он. Да что ж такой резкий? Караси не такие. И где он? Вот он стоит. Опа! Первый сазанчик. Весь побитый, худой. Два было, вот таких маленьких. Ну вот, разнообразие рыбное. И я тут сижу весь в грязи. Вон. Блин, иду и только камеру отключил. Вот второй стоит сазанчик. Но одной рукой будет сложно его поймать. Он где-то он здесь. Вот, по-моему, намуты какие-то. О, вот он. Да что же ты. По-моему, вот он. Прижать надо, вот он. Ух. Одной рукой сложно. А мешок далеко. Сейчас попробую его тоже достать. Есть! Вот и второй. На меня прям вышел. Худой, худой, худющий. Вот это красота. Один сазан хорошо, а два-то лучше. Вот еще какая-то. О, карась хороший, крупный. Вот так вот. Сазанчики тоже есть. Я очень устал. У меня вон руки все красные. Вот такие сазанчики. Тут сазанчиков поймал двух. Опа. Там и ленек, вот. Вот он. И сазанчики. Вон какие руки. Бесполезно мыть. Тут одна грязь. Ё-моё, весь, еще на мотоцикле ехать, блин. Руки мокрые, рукава. Фух, устал. Опа. Опа. Оп. Блин. Оп. Да что ж ты. Два хороших было. Ох, здесь несколько прям. Ох. Уже потихонечку карасики ловятся. Я устал, да и смысла уже нету. Рыба разбежалась. В основном все половил вот на этих как раз ямках. Она заново туда заходила. Муть создалась, и тут можно было еще ловить. А так вот, где караси разбежались, ну просто бегаешь за ними. А сил нету вообще в грязи в этой ходить. Ну нормально, пол мешка-то точно есть.
Вон шип торчит, карасевый пробил. Как бы костюм не пробить, вот этой стороной надо нести. Вон они бегают. Ну их там сложно поймать. Оказывается, самое сложное было не собирать, а донести. Тут вот канал такой, там достаточно глубоко, ну, метра полтора точно есть. И он длинный. Я еще когда сюда шел, нарвался на еще одну ямку. Не знаю, штук 30 точно еще поймал. Мешок забил, еле завязал. Мешок полный получился практически. Хочу попробовать взвесить этот мешочек небольшой. Если я, конечно, подниму. Ни разу столько не взвешивал. Почти 30 килограмм. 29. Хочу посчитать, но, конечно, я, наверное, перемотаю, потому что сколько это можно считать-то? Вот это гора! Офигеть. Давайте отпускать. Смотрите, вот это вот достойно. 2, 4. Фу. 6, 8, 10. Вот даже такие вот попадались. 13. Вот сазанчики надо отпустить сразу. 2 попалось. Не помню, сколько там. 20, 22, что ли. 23, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Ой, здоровый, вот. И вот. Это 50 будет, 2. Он ленек, 50. 2, что ли, 50. Вот эту рыбу я 100 лет не видел в наших водоемах, не ловил. Это линь. Скользкий, зараза, глаз красный. Как же давно хотел я на них посмотреть. И хорошо, что я спасаю. 6. 68, 69. Неужели ровно получилось? Может, там еще в мешке что-то есть. 70. О, что-то есть еще. Нет, не ровно. Я думаю, ровно 70 получится. 50. О, 71. 71. По-моему, это все. Вот. Здесь глубина какая. Вон канал конкретный. Как бы уже вот метр. Дальше не пойду. Можно уйти. Здесь она точно перезимует, рыба. Решил карасика половить. Здесь такой туннель. В общем, сделал все, что смог, сколько смог поймать. Но это был предел даже. Можно было еще ловить, в принципе. Но уже, конечно, тяжело, уже вечереет. И нести тяжело очень. Тем более по грязи. Вот черок где-то крякает, сидит. Садятся, видимо. Да, хочу всех предупредить, так ловить нельзя. Если вы хотите себе наловить, это запрещено, это браконьерство. Руками ловить, с очком. Надо ловить на удочку. Какая здесь красота. Тучки, ветерок. Черок крякает. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Я побрел сначала до выхода, а потом домой. Поеду.
Очень-очень красиво здесь. Опять я в это место вышел. Вот, я был здесь в понедельник. Вот здесь еще была водичка. Вот засидка. Уже грязь. Мелеет. А вот он, черочек сидит. Причем недалеко. Крякает.